Сестра, граждане России, Тарасов Сергей Константинович, Переверзева Кристина Юрьевна. Уважаемые небесные жители, сегодня в вашей жизни самое ответственное – торжественный день. Вы станете мужем и женой. Вы создаете семейный союз, чтобы вместе пройти большую жизнь на земле. Вместе делить радости, вместе преодолевать трудности. И пусть всегда и во всем вам помогают и сопутствуют вера, надежда и любовь. Перед регистрацией вашего брака прошу ответить вам. Является ли ваше решение вступить в брак продуманным и твердым? Прошу ответить вас вместо вашей. Да. Я приглашаю вас подойти к столу и скрепить подписи в свой семейный союз. Невеста первая берет ручку. Ставите две своих подписи, как сейчас расписали. С семейным кодексом Российской Федерации с вашего взаимного согласия сегодня, 28 июня 2019 года, в отделе ЗАГС администрации города Волгодонска ваш брак зарегистрирован. Я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга с супружеским поцелуем. Аплодисменты, друзья. Прошу вас надеть обручальные кольца. Первым готовит колечко лучшее. Вашего счастья самые близкие, дорогие для нас люди. Это ваши родители. Уважаемые родители, я поздравляю вас с регистрацией заключения брака ваших детей. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия. И пусть счастье и радость ваших детей станут радостью для вас. Я приглашаю вас первыми поздравить их законный брак. Прошу вас. Yeah.
совсем не изменилась и празднует такую свадьбу. Правильно, Рубиновую! Проходим дальше. А вот и 50-летний юбилей не простой, а, конечно, золотой! Проходим свадебный юбилей и подходим по традиции к родителям жениха. Всего самого хорошего, всего самого наилучшего. Хлеб да соль. Как папа добавил? Хлеб да соль. Сейчас мы узнаем, кто глава в семье, дорогие друзья. Так, Сережа приготовился, молодец. Итак, под бурные аплодисменты всех гостей ломаем караван на две части. И узнаем, кто глава в семье. А сейчас, дорогие молодожены, последний раз в своей жизни вы так хорошо должны насолить друг другу, чтобы не было больше в этой жизни соли, а только сладость и радость. Возьмите, пожалуйста, отщипните по маленькому кусочку от своего края, посолите в солоночке, которая у папы у нас находится, да, и покормите соленым караваем друг друга. Кристина Сережу, а Сережа Кристину. Хорошо прям солим и хорошо так кормим. Подружные аплодисменты всех гостей. Соленая минута, а чтобы подсластить, конечно же, соленую минуту, мы попросим маму, очаровательную нашей невесты, внести свадебный напиток любви, сладкий и вкусный, перевязанной ленточкой. Возьмите, ребята, этот напиток и осушите бокалы до дна. А гости, помогите пить-то, пить-то, пить-то.